Итак, всем привет, это первое соревнование за проходку. У всех по 3 жизни, с этого момента вы можете ходить по другим островам. Так, Силвердей идет, Максим пвпхается с Силвердеем, и похоже Силвердей сейчас умрет. У тебя есть все шансы победить, у тебя алмазная броня. А где тем временем Силвердей? Силвердей здесь, убегает опять от Максима, Максима бьет Глифер. Они не умеют сражаться, они просто кружатся в вальсе. Так, если что, вот эти вот пролаги, как игроки двигаются, это проблемы не мои и не сервера, и не интернета. Это проблема самого Майнкрафта на новой версии, увы, вот так вот. Они пытаются добыть сундук. Что это было? Ты не знаешь, как коробку использовать? Что это было? Максим убивает Силвердей. Да, Силвердей возвращается без брони, без всего. Максим вообще спрятался куда-то, залез на крышу. Что он там делает? Слезай. Глифер, давай, убей его. Короче, я вернулся. Смотрите за временем, у вас осталось 5 минут. Глифер умер? Глифер, как так? Максим опять дерется с Силвердеем. Силвердей дает Максиму отпор. Максим сильнее, пытается убить Силвердея, но Силвердей пытается добыть сундук и отдать всю добычу. Он опять умер. Он сбрасывает все ресы, чтобы при смерти никому они не достались больше. Клиффер тем временем на меде. Силвердей, это, по-моему, твоя последняя жизнь. Если ты умираешь, все. Это что сейчас было? Это был крысиный поступок. Он ударил в спину. Они сражаются все втроем. И Силвердей явно сейчас умрет, потому что он без хорошей брони. Силвердей, давай, убегай, лучше беги. Тебе не справиться. Ты мог взять ловушку у себя на острове и, в принципе, выжить. Но ты решил пойти по другому пути и умереть на спавне от Максима, да? Ну все, у него одна жизнь, наверное, осталась. Или сколько хп. Он пытается забраться. Но это его, наверное, ошибка. Глифер напал на Максима, а Силвердей спрятал. Максим явно не понимает, что происходит. Его бьют. Его сейчас опять подожгут. Его подожгли. Куда? Что ты делаешь? Зачем ты убегаешь? Ты мог добить его. Осталось 2 минуты. 2 минуты. Вау, что это сейчас было? Мне показалось, что... Воу, как он засейвился. Он собрал все ресы. Да, он идет, он без хорошей брони. Силвердей опять добывает сундук. Зачем они ему сдались, непонятно. Он даже за них опыт не получает. Но тем временем на Силвердея напал Напал Грифер. Сражаться против него нет смысла. И, к сожалению, Силвердей умирает. Все, он выбывает из соревнования. И остались только Глифер и Максим. Максим желтая команда, и он пошел на фиолетовый остров. 8 секунд, 8 секунд. Сбей его снежком, сбей снежком. Снежком сбей. Они меня все равно не слышат, можете не переживать. Все соревнование честное, я упал. Силвердей, к сожалению, ты выбыл. И во втором раунде тебя уже не будет. Границы открыты, можете идти. Глифер лутается. Максим тем временем добывает алмазную и изумрудные руды. Надеясь, наверное, на то, что ему попадется Немо, потому что Немо это действительно имба. Тем временем Глифер добывает камень. Он полностью алмазник. По-видимому, он убьет Максима. Максим пытается зашифтиться. Тимиться нельзя, да? Он сейчас тпхнется, да? Он кинул перл или не кинул? Глифер сейчас, наверное, кинет Эндер Перл, телепортнется к Максиму и его сольет, потому что он по броне лучше, чем Максим. Глифер. О, Максим себя запульнул на остров, идет, и теперь они вдвоем сражаются между собой. Глифер почему-то убегает, хоть он по броне лучше. Он попытался обхитрить, Максим промахнулся. Интересно, сколько у них двоих хп? Максим хилится с помощью редстоуна. Максим убегает, видимо, у него очень мало хп. Глифер куда-то пропал. Сидел в засаде и напал на него. Глифер убивает Максима. Вот его ресы валяются. Если он успеет, то он придет и соберет их. В засаде. Он сидит в засаде. Давай, всего лишь проверись к своим ресам. Ты успеешь их... Он не успел схватить их. Все, он скидывает. Он скидывает все ресы. Давай, ты сможешь построить обычную ловушку. Он сейчас чуть не упал. Я прям видел, как он на краешек блока встал. Максим просто его не осилит. У него очень плохая броня. И очень плохой меч. Неужели? Неужели? Нет.
Все, Максим слился второй раз. Он, мне кажется, уже не успеет отыграться за 2.5 минуты. Все, что он может сделать, это, наверное, накопить снежки или выбить Немо вот из этой руды. Но он пытается добыть хоть какие-то ресурсы. Максим пишет: поздравляю. Видимо, он поздравляет уже его с победой. Он просто так сдается, да? 2 буквально удара, и Глифер побеждает. Поздравляю, Глифер, ты смог победить и выиграть проходку на мой сервер. Смотри, даже в честь этого события запустили фонарики. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Разыграл только что 1 проходку. Вот так вот. Я решила дать тебе проходку. Без шуток. А чё? Да, я выиграл. Теперь ты официально передаешь проходку, вот этот вот билетик, Силвердею? Передаю.